Каждую среду в студии телеканала «Самара ГИС» мы говорим об актуальных задачах и перспективах развития Самары. Вы смотрите программу «Самарская среда». Меня зовут Ян Налимов. Здравствуйте. Сколько детей пострадало на дорогах Самары в 2024 году? Какие нарушения на дорогах дети допускают чаще всего? Как научить несовершеннолетних правильно вести себя на дорогах? В нашей студии Сергей Шепелев, главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Госавтоинспекции города Самара, подполковник полиции. Сергей Александрович, здравствуйте и спасибо, что нашли время прийти в нашу студию. Здравствуйте, уважаемые ведущие, здравствуйте, уважаемые зрители. Ну и хотелось бы, знаете, вот начать, наверное, с самого тогда начала, лета, которого мы все так долго ждали, слава богу, наступило, дети отдыхают, и, соответственно, у детей появилось намного больше свободного времени, которое они проводят на улице, и в том числе, естественно, они выходят на дороги общего пользования. Так или иначе, либо в качестве пассажиров, либо в качестве пешеходов. Вот расскажите, как сейчас обстоит ситуация с детским травматизмом на дорогах? Да, хочу начать свое выступление, свое слово со статистики. Вот. Соответственно, статистика у нас имеется за 5 месяцев 2024 года. Соответственно, произошло у нас 48 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, в которых, к сожалению, 49 несовершеннолетних у нас пострадали, погибших, к счастью, нет. Значит, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, у нас наблюдается значительное снижение ДТП, связанных с несовершеннолетними. Таких случаев стало на 19 меньше. Соответственно, пострадавших в них детей также стало меньше на 17 человек. Соответственно, у нас есть различные категории того, как пострадали дети, из-за чего они пострадали, кем они являлись на момент совершения дорожно-транспортного происшествия. И 23 из них являлись пассажирами. Соответственно, 18 несовершеннолетних у нас являлись пешеходами. Соответственно, аналогичный период прошлого года у нас пешеходов было, соответственно, 39 человек. То есть у нас в разы снизилось, практически в два раза снизилось количество детей, которые пострадали, именно находясь на проезжей части, либо во дворовом месте. По неосторожности детей также зарегистрировано 10 таких ДТП. Соответственно, в прошлом году было зарегистрировано 14. То есть наблюдается тоже большое снижение. Соответственно, ДТП совершаются в различных местах. В основном это не нерегулируемом пешеходном переходе, на регулируемом пешеходном переходе, в неустановленном для перехода месте. То есть детишки частенько там перебегают, когда выбиваются, как говорится, вырываются из рук своих родителей либо иных законных представителей. Также у нас, к сожалению, детишки страдают в качестве пассажиров при таких видах ДТП, как столкновение, наезд на препятствие. Соответственно, также у нас бывает такой вид ДТП, как наезд на велосипедиста. Тоже таких ДТП у нас было зарегистрировано 4. В дворовом проезде, как вот я раньше говорил, наезды на детей также, к сожалению, есть. Когда, например, транспортное средство движется, слава богу, у нас таких ДТП мало, потому что взрослые, когда передвигаются за рулем своих транспортных средств, я надеюсь, они предвидят это все. Осторожность, скажем так. Осторожность, да, проявляют, потому что в любой момент, неважно, это зима, весна, лето, осень, нужно быть всегда готовым к тому, что либо с подъезда, либо с детской площадки в сторону подъезда, либо какой-то еще маневр будет совершаться, выскочит ребенок, даже не ребенок, взрослый человек, там, пожилой человек, велосипедист и так далее. Поэтому повторюсь, конечно, что водители себя должны вести очень внимательно при проезде дворового проезда. А, кстати, вот я извиняюсь, что перебил вас. Вот на ваш взгляд, эксперты и водители наверняка с очень большим стажем. А с какой скоростью вот водителю, стоит ехать по двору, чтобы среагировать, не дай бог?
Вот что-то произошло, причем он даже будет прав, там он выскочит велосипедист, и он, по идее, должен тоже посмотреть. Но чтобы человек успел, вот практика, потому что есть люди, категория людей, которые любят по дворам, ну вот когда особенно более-менее свободный проезд, немножечко, скажем так, дать газу, то есть побыстрее проехать, не понимая, чем это чревато. Вот на ваш взгляд, как специалиста, какая скорость максимальная здесь может быть? Ну, здесь о максимальной скорости говорить как бы... Вообще не приходится, да? Вообще не приходится, да, потому что двор есть двор. Так. И водитель должен в соответствии с правилами дорожного движения в связи со сложившейся дорожной обстановкой, он должен вести транспортные средства так, чтобы он мог в любой момент, в любую секунду мог среагировать вплоть до полной остановки своего транспортного средства. То есть всегда максимально бдительно себя вести, не отвлекаться ни на какие разговоры в салоне автомобиля, не отвлекаться. Вот у нас зачастую таксисты применяют систему навигации, чтобы подъехать там к какому-либо подъезду, чтобы либо подвести своего клиента, высадить, либо там, например, чтобы забрать клиента. Тут же, соответственно, может происходить разговор по сотовому телефону, по мобильному, без специального устройства, которое у нас разрешает такие разговоры. Вот. Соответственно, тут ситуация должна быть конкретная. То есть максимальная бдительность и максимально водитель должен быть сконцентрирован и вовремя среагировать, нажать на педаль тормоза. Ну, то есть, грубо говоря, ты должен быть готов постоянно остановиться. Конечно. То есть, практически плоскость – это 5 километров, ну, 10 максимум. Может быть, да, так, потому что может быть даже и меньше. Может быть и меньше, да. Может быть и меньше, да, в зависимости от того, что происходит. Ну, понятно, если это зима и скользкий двор, то там, да. Да, ну, летом тем более водитель должен прекрасно понимать, что во дворе играют детишки, да, специально отведенные для этого местах, и они могут... Не нужно рассчитывать всегда на то, что родители могут находиться возле подъезда на лавочке сидеть, там бабушка может на лавочке сидеть, а ребенок может находиться просто как бы, ну, через дорогу на площадке на детской. Вот. И, соответственно, элементарно захочет водички попить, побежит домой, побежит, я не знаю, к бабушке, которая сидит на лавочке. Поэтому водитель должен всегда к этому готов быть. Ну, соответственно, родители и те же бабушки, и иные законные представители, они должны всегда своих детей, да, и, ну, других детей, даже не своих. Родители, взрослые люди всегда должны обращать внимание на детишек и в любой момент сделать, как говорится, замечание. То есть неважно, твой это ребенок, не твой это ребенок. Все дети наши общие и дети наше будущее, поэтому... Чужих детей, как говорится, не бывает. Всегда нужно здесь в комплексе должно все это работать. Я согласен. Вот, во-первых, мы сейчас активно продвигаем и будем это делать практически во всех дворовых территориях. Искусственно-дорожные неровности, которые у нас снижают скорость движения транспортных средств. Ну и, соответственно, будем проводить различные профилактические мероприятия, профилактические рейды, которые мы сейчас проводим и будем проводить в дальнейшем. Я предлагаю сделать паузу. Давайте посмотрим сюжет. Он касается как раз вот тоже темы детского, ну, дорожного травматизма, вообще ситуации на дорогах с детьми. Затем продолжим нашу беседу. Наезды на пешеходов являются одним из основных видов транспортных происшествий. По данным госавтоинспекции, за 4 месяца текущего года произошло 106 ДТП с наездами на пешеходов. 105 человек получили ранения, четверо погибли. Чаще всего люди оказываются под колесами из-за нарушений правил дорожного движения. В целях предупреждения ДТП с участием пешеходов сотрудники ГИБДД и госавтоинспекции провели профилактический рейд. Пешеходам, водителям и лицам, управляющим средствами индивидуальной мобильности, напомнили о неукоснительном соблюдении правил. Основные нарушения – это что, значит, не спешиваются, необходимо спешиваться, когда пересекают проезжую часть. А также основные нарушения у лиц, управляющих средствами индивидуальной мобильности, это, например, самокатами, что они передвигаются на данных, значит, устройствах вдвоем и более, что категорически запрещено.
На то оно и называется средство индивидуальной мобильности, что можно только одному человеку использовать данное транспортное средство. Профилактические мероприятия на территории Самары сотрудники ГИБДД проводят регулярно. Такая работа направлена на предупреждение дорожно-транспортного травматизма, повышение ответственности и культуры безопасного поведения участников дорожного движения. Она проходит в рамках муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара на 2021-2025 годы». Сотрудники госавтоинспекции напоминают, что водители должны заблаговременно снижать скорость перед пешеходным переходом, а остальные участники дорожного движения не вступать на переход, не убедившись, что их пропускают. Сергей Александрович, вот мы посмотрели сюжет. Вот по вашей оценке, а какие вообще нарушения дети чаще всего допускают на дорогах? И отдельно вопрос по электросамокатам, потому что это, ну, то явление, которое развивается, и мы вот сейчас видим, как оно растет на наших глазах. Да, очень хороший и актуальный вопрос на сегодняшний день. Да, к сожалению, у нас есть дорожно-транспортные происшествия, в которых детишки пострадали. Но чаще всего эти дорожно-транспортные происшествия, они приводят к тому, что, например, вида самого нарушения какое-то. Например, переход в проезжей части не установлен для перехода месте. То есть, о чем мы говорим, соответственно... Перебегает, по-русски говоря. Да, перебегает дорогу, например, видит пешеходный переход, соответственно, не... доходит до него, а где-то раньше срезает, перебегает, там, соответственно, дети, они по-другому воспринимают, соответственно, окружающий мир. Ну вот, к сожалению, такие вот бывают дорожно-транспортные происшествия. Соответственно, переход на запрещающий сигнал светофора, соответственно, то же самое. Вот это немаловажная, как говорится, часть обучающего процесса со стороны, как в школе, в детском садике, со стороны родителей в первую очередь, когда, например, мы его научили, например, ребенка, да, например, ребенок в сельской местности, вот, где там, ну, нету светофоров. Ну, другое транспортное движение. Да, вообще. Его, соответственно, научили, он подошел к пешеходному переходу, посмотрел налево, посмотрел направо, начал дальнейшее движение. Соответственно, это один момент. И когда он приезжает в населенный пункт, где оборудованы пешеходные переходы и перекрестки, соответственно, светофорами, здесь абсолютно другая ситуация. Здесь не нужно смотреть налево, здесь не нужно смотреть направо. Да, нужно смотреть, но когда только тебе загорелся зеленый сигнал светофора, поэтому нужно детям это тоже прививать. Особенно, когда вот в летние каникулы, когда множество детей, с населенных пунктов у нас приезжают в город Самара, в тот же самый цирк, в тот же самый какие-либо торгово-развлекательные комплексы, на набережную то же самое. Здесь нужно детям объяснять, что светофор, для чего он нужен, что если ему горит красный, значит, надо стоять, и неважно здесь налево-направо, не, всегда налево-направо нужно смотреть, в избежание каких-либо других моментов. Но когда у вас, в частности, загорелся зеленый сигнал светофора, не нужно, но, как говорится, довериться то, что все, зеленый сигнал светофора горит, значит, все, он может идти. Да, он может идти, имеет право идти, но все равно должно посмотри налево, соответственно, посмотри направо, убедись, что водитель видит, понимает, что ему горит красный, слева, водитель справа, только после этого он начинает движение. Ну и надо детям, как говорится, объяснять, что такое вообще светофор. Для этого нужно приобщаться, есть у нас такие направления юные инспектора движения. В каждой школе, в каждом районе данное движение очень хорошо развито, ну и продолжает развиваться. В мае у нас проходит как бы финал этого конкурса, который проходит в одном из районов Самарской области, где, соответственно, приезжают представители всех районов, идут уже как бы командная борьба, где у нас кто-либо занимает первые, вторые, третьи места, затем уже, соответственно, эти команды уже выступают на первенстве конкурса России, вот, который проходит в одном из регионов уже Российской Федерации. Вот. Ну и у нас к нарушениям, к теме, хочу сказать, это
Проблема сейчас, я считаю, что не только для Самары, Самарской области, а в принципе для всей России, это движение на электросамокате. Вот. То есть дети у нас зачастую, ну, как бы теряют полностью бдительность. То есть одно из самых частых нарушений – это движение на электросамокате по пешеходному переходу. Хочу напомнить, что движение по пешеходному переходу в обязательном порядке осуществляется только пешком. То есть, соответственно, нужно остановиться перед пешеходным переходом, убедиться в отсутствии транспортных средств, спешиться, называемое, и уже дорогу переходить, соблюдая все меры безопасности. То же самое относится где-то и к велосипедам, потому что чаще всего это скейты, моноколеса, так называемые средства индивидуальной мобильности, которые используют. Здесь момент ведь какой очень важный. Вот это работа с родителями, потому что детям нужно объяснять и еще раз толковывать, ведь для чего это делается. Это делается для того, вот как вот я для себя понимаю, как ну, водитель, в принципе, с достаточно большим стажем, чтобы переходит дорогу не движущиеся средства, а пешеход, то есть чтобы скорость была как у пешехода, чтобы не было сюрприза. Потому что водитель подъезжает, и он смотрит, никого нет. И через мгновение вылетает вот человек на самокате. А когда человек идет пешком и ведет с собой самокат как бы на руках, такого не может быть, потому что он идет со скоростью обычного пешехода. И вот это надо, наверное, объяснять. Вот здесь вопрос, а как вот вообще сейчас, какие меры предпринимает госавтоинспекция для стабилизации ситуации вот с детской аварийностью? Вот вы назвали и конкурс и так далее, что еще делаете? Да, со стороны органов госавтоинспекции проводится, конечно, насколько у нас это, как говорится, силы есть, мы... Да я понимаю, что это как бы, ну, да, на самом деле у вас много всяких других задач. Да, чтобы все охватить, мы стараемся тут привлекать в основном вот родительские комитеты. Вот, потому что они более чаще, более, ну, постоянно, в принципе, общаются со своими детьми. Школы, создаются специальные родительские, как называемые, группы, отряды. Родительский патруль, так называемый, который уже с самых основ, с самого начала школы, где-то детские сады, объясняют детишкам, то есть как нужно себя вести на улице, на проезжей части, во дворах и так далее. Прорабатывается специальный маршрут, то есть, соответственно, дом, школа, дом, то есть где он должен проходить. То есть неоднократно родители, соответственно, мы также, соответственно, принимаем участие в этих родительских комитетах. Соответственно, ребенку нужно изначально объяснить, как должен состоять его маршрут, где он. Этот маршрут, в первую очередь, должен быть безопасен, то есть с минимальным выходом на проезжую часть, то есть с минимальным количеством времени, затраченного по пути из школы домой, из домов в школу. В одной ситуации, но в другой ситуации, может быть, это время может быть чуть-чуть побольше, но этот путь, самое главное, должен быть безопасен. Дальше, соответственно, мы проводим различные беседы путем проведения рейдовых различных мероприятий, которые у нас включают комплекс именно направленных действий, связанных там, с различными нарушениями правил дорожного движения со стороны водителей, со стороны пешеходов, со стороны участников, которые управляют средствами индивидуальной мобильности. Практически май, июнь мы проводили и проводим, продолжаем такие мероприятия проводить в парке Гагарина. То есть у нас такая была акция «Велосим, безопасно колесим». То есть тоже, когда, вот, например, детишки особенно... Все понимаем, цель, задача не наказать ребенка, потому что, во-первых, для него это будет каким-то определенным стрессом, да. Цель, задача, например, вот как вот были у нас примеры, да, едет вот ребенок не один на самокате, а вдвоем, иногда даже втроем. Вот мы их останавливаем, проводим с ним беседу, и чтобы какая-то часть в их, ну, в их голове отложилась, что вот так делать неправильно, а вот так правильно, мы стараемся сделать какие-то, дарить сувениры, подарки, которые именно бы отложились в голове и уже на будущее. Да, мы, наверное, не вот так радикально не сможем ничего изменить, вот, но хотя бы мы объясним, что вот так вот правильно делать, а вот так неправильно делать.
И надеюсь, что вот такие у нас мероприятия, которые происходят и продолжаются, они у нас принесут определенные положительные моменты в целом, воспитание детей. Потом в дальнейшем эти дети станут взрослыми. У этих взрослых появятся свои дети. И вот, ну да, и, соответственно это будет, этот процесс, да, он будет продолжаться. И, соответственно, это целое поколение, потому что различные ситуации, страшные ДТП бывают. Если проанализировать в целом ситуацию, слава богу, в Самаре у нас вот детей, как говорится, нет погибших, слава богу. Ну, смотрим мы статистику, аналитику по другим регионам страны, и как бы вот... Ну, страшные случаи есть, я согласен с вами. Я предлагаю сделать паузу, давайте посмотрим сюжет. Он касается такой интересной темы, как автокресла, и затем продолжим нашу беседу, как раз про автокресла поговорим. Детское автокресло – один из самых важных атрибутов в машине родителей. В случае ДТП оно снижает тяжесть последствий и спасает ребенку жизнь. Однако не все устанавливают в салоне своего автомобиля детские удерживающие устройства. По данным госавтоинспекции, за 4 месяца текущего года было выявлено 139 нарушений. На территории городского округа Самара на постоянной основе проводится профилактическое мероприятие, направленное на пресечение административных правонарушений при перевозке детей в автомобильном транспорте. Во время профилактических рейдов сотрудники ГИБДД и госавтоинспекции напоминают водителям о важности использования детских автокресел. Такая работа направлена на предупреждение дорожно-транспортного травматизма, повышение ответственности и культуры безопасного поведения участников дорожного движения. Александра Шаповалова не понаслышке знает, что автокресло способно спасти жизнь ребенку, поэтому соблюдает все меры предосторожности. Попала в ДТП, ехали в меня сзади. И если бы ребенок не был пристегнут, он бы вылетел в лобовое окно, так как удар был очень сильный, он резко стукнулся, и ездили на обследование со спиной, поэтому очень важно, чтобы ребенок был пристегнут. Сергей Александрович, ну вот мы посмотрели сюжет, и как раз вот здесь девушка и рассказывает о важности автокресла, ну или как его еще иногда называют правильно, насколько я понимаю, детское удерживающее устройство, да. Потому что оно реально способно спасти жизнь. Может и должно спасти жизнь, я бы даже так сказал. Вот лето сейчас – это время автопутешествий. Расскажите, как правильно перевозить ребенка в машине? Да, очень хороший сюжет. И я соглашусь полностью со своими коллегами, которые все это, ну, сейчас комментировали. Да? Мы постоянно проводим рейды на территории городского округа Самара. Значит, в связи с тем, что у нас, да, есть определенные риски, связанные с ДТП, а именно с неиспользованием детских удерживающих устройств. Согласно пункту правил 22.9, правил дорожного движения Российской Федерации, у нас перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом автомобиле, кузове грузового автомобиля должна осуществляться, соответственно, только в детском удерживающем устройстве. И с использованием ремней безопасности, соответственно, и такая у нас есть система ISOFIX. Это, соответственно, она была утверждена таможенным союзом, вот, о безопасности колесных транспортных средств. Значит, перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет, включительно, в легковом автомобиле, она должна осуществляться, соответственно, с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка. Соответственно, запрещается перевозить детей младше 12 лет, соответственно, на заднем сиденье мотоцикла. Здесь многие, как говорится, утверждают, вот мы вот общаемся на дороге, да, с водителями, которых останавливаем. Вот. Есть, ну, говорят, многие спорят. Скептики. Кто-то скептиком себя считает, кто-то кем считает, но иногда такие случаи бывают, когда вот едет, например, за рулем мужчина, да, рядом сидит у него супруга, а на руках просто... Младенец. Ну, просто младенец. Вот, они это объясняют тем, что, ну, ребенок там раскапризничался, вот, ребенок заплакал, ребенок кушать захотел и так далее. То есть пытаемся им объяснить, что, во-первых, когда в транспортном потоке едешь, либо за городом, что это очень чревато, во-первых, жизнью ребенка, да. Потому что небольшое столкновение, вот, а как правило,
мамы, да, которые на руках держат ребенка, они тоже зачастую даже не пристегиваются, потому что они говорят, это неудобно, ребенку неудобно держать и так далее. А если в случае дорожно-транспортного происшествия, ну, просто ребенок может получить травму, несовместимую с жизнью. Да. И много таких случаев было. Поэтому детское удерживающее устройство нужно применять постоянно. Да, это может быть в случае ДТП каким-то образом повредить ребенку, но, по крайней мере, это спасет его жизнь. Поэтому здесь очень такое хорошее подспорье того, что нужно постоянно использовать детское удерживающее устройство. Соответственно, у меня есть тоже ребенок, ему вот сейчас уже скоро 11 лет, да? Вот. Так. Ну, я ему... Он всегда едет за рулем? Он в автокресле? Он, да, ну, так называемый бустер. Бустер, да. Ну, подставочка такая. Подставочка такая, да, она специально предусмотрена. Соответствующая росту, весу. Там есть такие на ручках крепежи, через которые продевается ремень безопасности. И он абсолютно не мешает ребенку, то есть ни в коем случае не сковывает его либо какие-либо движения. Вот, он чувствует себя комфортно, ну, имеется в виду комфортно. Удобно. Комфортно, удобно в том плане, что он как пассажир, он защищен, ну, да, от того, что не дай бог что, потому что всякое может быть, защищен от какого-либо травматизма. Вот, кстати, тогда вы предвосхитили вопрос в конце программы. А как вы учили вот своего ребенка переходить дорогу? Вот ему сейчас, вы сказали, 11 лет скоро будет, да? Да, в июле ему 11 лет. Вот как вы его учили переходить дорогу? Вот что вы ему... Потому что своим детям мы все желаем лучшего. Вот что вы делали для того, чтобы он себя правильно вел на дороге? Ну да, конечно, служба в органах госавтоинспекции, да, мне как бы вдвойне обязывает того, чтобы я свои знания минимум передал своему ребенку. Вот, поэтому с тех лет, когда он только начал ходить, и когда еще вообще ничего не понимал, то есть, ну, это одна ситуация. Когда он начал уже самостоятельно практически ходить, во-первых, я советую всем родителям, законным представителям, бабушкам и так далее, ни в коем случае, ну, как до определенного возраста, я думаю, возраст вы это сами определите, никогда ребенка, во-первых, не оставлять без присмотра. Потому что первое время, как можно дольшее время, вы должны постоянно оказывать содействие и внимание своему ребенку, держа его как минимум за руку при переходе проезжей части. Вы лично ему должны продемонстрировать, как он должен переходить нерегулируемый пешеходный переход. Соответственно, остановиться, посмотреть налево, посмотреть направо, потом опять посмотреть налево, начать движение, дойти до середины проезжей части, посмотреть опять направо, убедиться в безопасности, соответственно, маневра, убедиться в безопасности, соответственно, дорожного движения, убедиться в том, что участники, водители транспортных средств остановились, видят, что вы дорогу переходите, и только после этого заканчиваете свой маневр. В последующем, соответственно, когда он начал уже передвигаться на чем-либо, например, на велосипеде, на скейте, вот у меня катался, на самокате, здесь уже другая ситуация. Но в каждой ситуации я также лично принимал участие, лично говорил, как нужно переходить дорогу. У меня вот тоже велосипед есть, вот он рядом на велосипеде едет, я на велосипеде. Мы останавливаемся, слазим с велосипеда, берем его, держим, соответственно, переходим дорогу, убедившись, что у нас слева, справа все просто уступают нам дорогу. После этого переходим мы. Вот. Ну, сейчас он уже еще более взрослый стал, но в любой ситуации, во-первых, он должен быть всегда в поле вашего зрения, особенно в городе. Спасибо за интересную, содержательную беседу. К сожалению, время программы подошло к концу. Надеюсь, все нас услышали. Напоминаю, в нашей студии был Сергей Шепелев, главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Госавтоинспекции города Самара, подполковник полиции. Всего вам доброго, до свидания.